Удивительные факты об обыденных вещах. Смотрите далее. Секреты изготовления матраса в продолжении программы «Как это сделано». Все мы делаем это. В среднем мы тратим на это по 7 часов в день, 106 дней в году и 23 года в течение жизни. Тем не менее, 2/3 из нас считают, что этого мало. Речь идет о сне. Как обеспечить человеку качественный отдых ночью? Секрет хорошего сна может скрываться в городке Джеймсвилл, штат Висконсин. Этот сонный городок – место, где находится крупнейшая фабрика по производству матрасов в Северной Америке. На этой шумной фабрике изготавливают более 300 тысяч матрасов ежегодно. На фабрике знают, что секрет хорошего матраса заключается в пружинах. Люди проводят треть жизни во сне, и мы считаем, что наш продукт обеспечивает человеку здоровый и крепкий сон, который оказывает положительное воздействие на каждого. В среднем мы ворочаемся за ночь от 40 до 60 раз. Это не слишком приятно для того, кто лежит рядом. Более 80 лет назад Симмонс изобрел зачехленную пружину. Здесь пружины сшивают вместе для изготовления основы очередного матраса. Каждый чехол с пружиной внутри соединен с остальными в середине, а не сверху и снизу. В теории, если одна пружина сожмется, то другие за собой не потянет. Но так ли это на практике? Чтобы проверить это, нам понадобится шар для боулинга. Но раз есть шар, то нужны и кегли. Фирма утверждает, что можно уронить шар для боулинга на одну сторону. Почему эти пружины столь эффективны? Автоматизированном навивочном станке. На каждый матрас уходит по километру проволоки. После скручивания пружины нарезают на нужную длину и вставляют чехол из ткани. Затем чехлы сшиваются вместе. В результате получается длинная полоса зачехленных пружин. На двойной матрас уходит 850 таких пружин. В Эдинбургском центре сна изучают десятки заболеваний с нарушением сна. Наиболее распространенная – простая бессонница. Треть людей на планете страдает бессонницей хотя бы раз в год. Правильно подобранный матрас помогает сну выполнять свои функции. К примеру, есть восстановительная функция. Если вы не выспитесь, то весь следующий день у вас будут проблемы. Если ваш сон потревожит, это также отразится на следующем дне. В Джеймсвилле 300 работников фабрики не могут спать спокойно, если не уверены, что их матрас обеспечит покупателям хороший сон. Каждый матрас собирается вручную. На сборку уходит менее 15 минут. Рабочие делают последние строчки, и матрас оборачивают в полиэтилен. Теперь они готовы к отправке в магазины по всей Америке. За обыденными предметами, которые нас окружают в повседневной жизни, скрываются необычные факты. Это невероятная история о гениальных решениях проблем, о существовании которых большинство из нас не подозревает. С момента начала этой программы, благодаря подушкам безопасности, было спасено две жизни. Ледозаливочная машина покрыла льдом целый каток. А на производство очередных 16 матрасов в Висконсине ушло еще 13 километров проволоки. Даже самые обычные вещи могут рассказать удивительные истории. А нам остается лишь смотреть и слушать.